Продюсер личности, медиа-эксперт, основатель промо-агентства Starboom Company Денис Путинцев присоединяется к нашему эфиру. Денис, приветствуем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Рад вас видеть в здравии. Взаимно. Я попытаюсь сделать такой же тембр, как у вас, и чуть-чуть понизить свой голос, чтобы всем женщинам, даже феминистически настроенным, было приятно нас слушать. Подождите, а любительницам фальцета? Почему вы сразу их ущемляете? Мне кажется, они ближе к султанату. Там мужчины, которые с фальцетом разговаривают, там их... Я не хотел бы, чтобы меня ассоциировали с подобными мужчинами. Возможно. Поэтому давайте... И ближе к Елене Зеленской. Давайте, да, с удовольствием обсудим. Да, фотосессия Елены Зеленской, которая никого не оставила равнодушным. Практически не было тех людей, которые были бы нейтральны, с нейтральным отношением к этой фотосессии. Конечно, было множество тех, кому она понравилась, но были и те, кто выразил негативное отношение к этой фотосессии. Денис, как вы считаете, в этом негативе какова роль такого стереотипного восприятия роли первой леди? Знаете, ну вы в моем лице сейчас видите человека, который достаточно нейтрально как раз относится к этой фотосессии, поскольку Елены Зеленской в последнее время стало очень много. Наверное, мы все это заметили, да? Елена Зеленская, насколько я понимаю, в начале президентства Владимира Александровича был посыл о том, что Елена Зеленская как раз не хотела никакой публичности и была готова быть в тени. Но в данной ситуации ее стало очень много. И мне, знаете ли, очень не хватает Елены Зеленской, несмотря на все фотосессии, несмотря на обвинения в гламуризации, мне как раз не хватает человечности в этом всем. По фотосессии, потому что про человечность я хотел бы сказать чуть позже, а по фотосессии хочу сказать следующее. Все очень правильно. Вот чтобы закрыть, простите за неэфирное слово, закрыть этот срач фейсбучный, мне кажется, что... Тот посыл, который гениальный фотограф, да, Энни Лейбовиц, который, ну, признанный, мы спорим, на самом деле, знаете, украинцы, они всегда любят поспорить с, это и плюс, и минус одновременно, они всегда любят поспорить с какими-то общепринятыми мировыми тенденциями. Весь мир считает Энни гениальным фотографом, да, но украинцы спорят с ее видением нашей первой леди. Так вот, как раз вот эта ассоциация с портретом Клоунессы, да, известного французского живописца, и та поза, которую приняла Елена Зеленская, мне кажется, конкретно вот отображают, во-первых, то, что происходит в душе каждой женщины в Украине сейчас, во-первых, да, а во-вторых, это очень правильный посыл, и как раз тут нужно гламуризировать войну в данной ситуации, ее нужно гламуризировать, и мне кажется, что в этой фотосессии надо было добавить еще больше гламура, чтобы мир обратил на это внимание, потому что, да, есть два вектора, чтобы внимание и триггерить мир, да, по войне. Первый – это очень много кровавого, простите, опять же, кровавого борща, потому что люди реагируют на жестокость, которая происходит где-то там, и на нее очень можно смотреть, ахать и охать, но тем не менее очень интересно всегда наблюдать в щелочку за тем, как льется чужая кровь. Но, к сожалению, нормы морали, средств массовой информации, Фейсбука, Инстаграма и так далее не позволяют это показывать в полной мере, что является отдельной темой для разговора. Это не на этом эфире, мы, надеюсь, пообщаемся еще по этому поводу. А вторая тема – это как раз гламуризация. Это как раз такая выхолощенная, творческая, в хорошем смысле выхолощенная, творческий подход, шоу-бизнесовый подход к войне. А кому, как не супруге ключевой персоны украинского шоу-бизнеса, показывать этот месседж Западу. Ну, такое вот мое мнение. Денис, но ведь фотосессия включала в себя сразу несколько фотографий, которые были опубликованы в результате. На обложке появилась та фотография, которую субъективно, гламурной, ну никак не назовешь. Ни атмосфера этой фотографии, ни практически полное отсутствие макияжа, ни подборка костюма. Теперь я... Опять же, мое личное мнение. Мне очень понравилась эта фотосессия, и я абсолютно поддерживаю выбор именно этой фотографии для обложки Vogue. А почему вы считаете ее не гламурной? Я ее считаю гламурной. Вы знаете, отсутствие макияжа – это тренд. Это фэшн-тренд последних нескольких лет. Если да, но где вот тот самый глэм? Где вот это сияние? Где яркость? Мы же понимаем...
Ну, мы, слушайте, ну, глэм, мы живем в 21 веке, в 2022 году, и глэм – это уже не тот глэм из 80-х. Помните, когда эти глэм-группы были с раскрашенными глазами, с прическами яркими, да, с обрезанными джинсовыми куртками, с блестящими значками? Глэм – это тот блеск, который есть внутри человека, мне кажется. Это общемировая тенденция. И чем меньше на тебе ярко выражен, ярко блестящего, вызывающего глэма, тем больше ты в тренде. Глэм, он должен исходить из позы, он должен исходить из месседжа, который несет фотограф, из фона, из мелких деталей. Опять же, Елена Зеленская одета не в какие-то там, да, ну, скажем так, вещи, извините, из Зары, да, ведь в этом всем есть определенный посыл, в этом есть статус, и эта поза, она... Как я люблю говорить, у нас вообще в обществе, к сожалению, есть большая проблема. Мы не всегда видим грань, не всегда видим эту тонкую черту между статусом и пафосом, между понтами и заслуженным достоинством. Так вот, в этой фотографии упакованный качественный пафос упакован в качественный статус, который несет тот месседж, который должен нести сейчас месседж первой леди Украины, еще раз, да, повторяюсь, западному миру. Наверное, бы западный мир тоже не понял, мне кажется. Украинцы в любом случае бы не поняли, потому что не все готовы, да, вообще к фотосессии. Вообще, давайте так, не все готовы, в принципе, к фотосессии первой леди в журнале «Вог» во время войны. Ну вот какая бы она ни была. Вот я так думаю. А вот что касается того месседжа, который выполняет Энни для «Вог» и для Запада, он полностью на 100-150% был выполнен. Ну, я вот думаю, что это именно так, а не как... Иначе как-нибудь. Давайте обсудим теперь вот со стороны фотографа вообще, да, что это было, потому что я хочу нашим зрителям напомнить о самых культовых работах Энни Лейбовиц, этой фотохудожницы, если можно так сказать. Вот просто посмотрите на экран, а вы можете прокомментировать, возможно, какая из этих фотографий ваша любимая. Вот Йоко Оно и Джон Леннон. Это одна из самых, наверное, известных и знаменитых фотографий. Скарлетт Йоханссон, Вуди Аллен, Пенелопа Круз, в том числе Джуд Лоу, Вупи Голдберг, вот в ванной из молока, возможно, или чего-то другого. Так, напомни мне, пожалуйста, Вов, Сальма Хайек, точно, точно. Сальма Хайек, Джонни Депп, так, видим Джорджа Клуни, и вот Ума Турман, Леонардо Ди Каприо. По факту, здесь не могу узнать, Джонни Депп, кажется, убегает, да? Это «Алиса в стране чудес». Ну, в общем, это самые, наверное, известные в мире медийные личности, ну, или самый топ того вообще, что можно себе представить в плане известности, популярности. И вот Елена Зеленская стала одной из героинь ее фотосессии. Скажите, ну, вот Майкл Джексон, да? То есть, в принципе, без комментариев. Скажите, а насколько важна вообще вот роль фотографа, опять-таки Джон Леннон, в таком событии? Является ли вот участие самой Энни Лейбовиц уже историческим событием? Потому что, ну вот с таким бэкграундом, когда человек приезжает и фотографирует нашу первую леди, это уже, в принципе, вызывает резонанс в мире. Ну, естественно, продолжение того, о чем мы говорили выше, да, сама фамилия фотографа, она уже работает в правильный триггер, в правильный месседж относительно западной аудитории и ставит Украину в лице первой леди, да, ставит Украину в разряд мировых трендов. Как бы это цинично ни звучало, мы должны максимально использовать вот эту историю, связанную с тем, что Украина является мировым трендом. А слово «тренд», оно предполагает вот ту пресловутую гламуризацию, в которой обвиняют фотографа, в которой обвиняют Елену Зеленскую в этой фотосессии. Если говорить о моей любимой фотографии из тех, которых вы показали, то это однозначно Йоко Оно и Джон Леннон, поскольку я объясню почему. Не потому, что там он голенький лежит, да, ее обнял. Я в этом плане как бы консервативен в сексуальном направлении. Но... Можем показать ее сейчас, коллеги, покажите, пожалуйста, то, о чем мы говорим. Нужно понимать,
нужно понимать, в какой момент была сделана эта фотография. А напомните, пожалуйста. Да, интересно. Эта фотография, если мне не изменяет память, была сделана как раз в тот момент активной антивоенной позиции Джона Леннона. Эта фотография была сделана в момент уже... То ли развалившегося, то ли разваливающегося уже коллектива легендарного Beatles, и виной, ну, в кавычках виной, а может и не в кавычках, всем этим процессом, всех этих процессов была женщина. Женская энергия, я тут полностью согласен с биографами, с библиографами Beatles, которые обвиняют Йоко Оно в развале легендарного коллектива, полностью согласен, но я не обвиняю ее в развале, она просто привнесла новую струю в творчество Джона, она дала правильную энергию его личности, я бы так даже сказал. И это было антивоенное, активное антивоенное время, когда они оба высказывались против войны во Вьетнаме. И эта фотография, мне кажется, отображает вот то, что мужчина в данной ситуации, вся мужская такая агрессивная, да, энергия мужчины с Марса, женщины с Венеры, мы помним. Вот он пригорнулся совершенно обнаженный к ней, совершенно такой вот незащищенный, а в ее глазах мы видим вот не агрессивную, а уверенную такую в себе, как какую-то даже ведьминскую, мудрую женскую энергию. Мало того, продолжая разговор о женщинах в истории, в современной истории, а не в прошлой истории, я, несмотря на то, что в отличие от вышеприведенных ораторов в вашем сюжете, я далеко не придерживаюсь феминистических взглядов, но тем не менее, как бы это ни популярно, да, ни звучало, тем не менее, я признаю, что исход того хаоса, ужаса, который сейчас происходит не только в Украине, но и в мире, однозначно будет решен женщиной. Вот в этом я уверен на 100%. Либо женщины, либо группой женщин, либо женщин, которая повлияет на мужчину. Потому что мужской энергии слишком много сейчас в мире. Мужчины слишком заигрались в войнушки. И мужчин слишком примитивное мышление относительно, скажем так, относительно уступок и относительно переговоров, относительно шахматной партии, в которую можно сыграть на перспективу, чтобы как минимум сохранить жизни миллионов, если не миллиардов людей, да и вообще в принципе целой планеты. Потому что планета сейчас находится в достаточно шатком положении, начиная с Карибского кризиса. И мне кажется, даже более в шатком положении, чем во времена Карибского кризиса. Денис, а как изменилась роль первой леди Украины Елены Зеленской с начала полномасштабного военного вторжения российских оккупационных войск? Опять же, я продолжу свою мысль относительно того, что Елена Зеленская декларировала свою позицию в начале президентской деятельности Владимира Зеленского, что она фон. Да, но тогда полномасштабной войны не было. Тогда не было полномасштабной войны. И теперь, мне кажется, она олицетворяет роль вот женщины, которая, не желая того, вынуждена в обстоятельствах сложившихся взять на себя это бремя публичности, чтобы помочь своей стране именно с точки зрения и с позиции женщины, с позиции созидания, с позиции понимания того, что это происходит у нее не снаружи, и, кстати, о фотографии, да, это происходит не снаружи у нее на фотографии, это война, она происходит внутри, это боль, она внутри. И она идет из глаз, из позы, из вот всей этой мимикрии, да, физиогномии, о которой мы говорим. Идет вот именно эта боль, которая не выражается никакими внешними действиями, а исключительно какой-то внутренней женской мудростью. И мы, ну, я в этих глазах, я вижу какое-то решение, которое зреет. Вот мне кажется, что там зреет какое-то решение. В этом есть агрессия. Да, в этом есть агрессия однозначно. Но эта агрессия не примитивная. Мужчина вот так посмотреть не может.
Мужчина будет смотреть открыто агрессивно. Женщина смотрит стратегически агрессивно. Она продумывает шаги. И мне кажется, вот и в том числе и в этом заключается гениальность Эни Лейбовиц, которая смогла достать это из Елены Зеленской. Какова ее роль? Мне кажется, сейчас, как бы смело это ни звучало, но я бы провел аналогию с принцессой Дианой, хотя там не все так однозначно, как говорят некоторые люди, да, которые добили бомбас, не все так однозначно. Мне кажется, что с принцессой Дианой Елену Зеленскую может связывать то, что если все пойдет не совсем так, как хотелось бы, ей придумают правильные люди, ей придумают правильный образ, который не совсем будет соответствовать ее внутреннему миру. Пока все хорошо и отлично. Но изучая вопрос, тут недавно я погрузился в историю, биографию принцессы Дианы, я вам хочу сказать, что принцесса Диана была немного, ну, мягко говоря, немного не таким персонажем, который ее выставляли в медиа. Вот, да, она любила людей, но, собственно, во всем остальном там было очень много вопросов, начиная с того, что она, в принципе, не любила читать. Я вообще не понимала, как можно читать. И у нее по этому поводу очень много было конфликтов и в королевской семье, и с ее супругом. Но да, все равно обсуждаем не принцессу Диану, да. Елену Зеленскую. Еще раз, я сейчас не провожу ни в коем случае по этому поводу аналогии с Еленой Зеленской. Я вам просто говорю, что может пойти все хорошо, если люди, которые работают с Еленой, выберут правильный вектор ее популяризации. Потому что эту хрупкую женскую суть, которая в ней есть статусная красота, в ней есть хрупкая женская суть, и в ней есть, слава богу, сила. Мы в этом убедились из этой фотосессии исходя. Главное повести это в правильном ракурсе с точки зрения медийности ее и популяризации. Потому что если навязать ей вот эту тонкую линию перейти, навязать ей историю, связанную, допустим, как это было с принцессой Дианой, все может, тьфу-тьфу-тьфу, прости господи, тоже не очень хорошо закончится. Понятно, да, я думаю, что этим как раз люди, которые войны, с первой, да, первой леди работают, да, здесь очень тонкие грани. А вот как раз вы про войну, да, и контекст войны вспомнили. А сейчас есть некая проблема, да, с которой борются в том числе и наши дипломаты, и наше Министерство информационной политики, чтобы в мире не забывали о том, что в Украине идет война. И самое главное отражение этого, как бы это ни было банально, это то, на какой странице мировых изданий будет вопрос Украины. Это дальнейшее давление на политиков. Политики могут, исходя из этого, принимать более правильные решения и справедливые, да, в контексте нашей страны. А скажите, что вы видите как дальнейшее направление, ну уж простите, популяризации войны в Украине, чтобы об этом знало как можно больше людей, о военной агрессии России? Какие, возможно, еще инструменты мы можем использовать? И, ну я не знаю, может, у вас какие-то есть идеи, которыми вы готовы поделиться? Ну, смотрите, идей у меня много, и вы прям сняли с языка историю. Ну, не хватит эфира, чтобы озвучить все идеи, которые у меня есть. Тем более, что то, что сейчас то, что могло было бы применимо вот в ближайшее время из каких-то реальных проектов, возможно. Продолжая то, о чем я говорил выше, я как человек, который в последнее время достаточно сильно занимается вопросами, связанными с идеологией, да, и концепцией вообще украинской ментальности, в том числе на глобальном уровне, я бы хотел сказать, что есть опять-таки два вектора, мне кажется, основных популяризации, простите, Украины в ситуации войны. Первый вектор – это вектор, который, собственно, мы обсуждаем сейчас, да, это в хорошем смысле слова гламур. Это шоу-бизнес, это интертеймент, подача, это первые лица, это, может быть, какие-то живые человеческие интервью первых лиц страны, которые бы рассказывали о том, что в их жизни изменила война, что она сломила. Говорили об общечеловеческих вещах, понимаете, да, о чем я говорю? То есть собака, жена, дети, разлука, любовь, разрушенный дом и так далее, и так далее. А второй вектор, он кровавый. И ему мешает, собственно, политика социальных сетей и политика толерантности, лояльности медиа, да, современных. Это экшен, это количество жертв, это кровавые подробности, это
понимание того, что процессы, которые происходят сейчас в Украине, и это очень важно, именно на этом я бы делал акцент, на этом, как они влияют на мировое сообщество и в частности конкретно на жителей конкретной страны. Ну, допустим, да, опять же, да, известная история, которая сейчас активно продвигается, в том числе нашими средствами информации, правильно, на западный мир, это голод. Да? Голод, повышение цен, так сказать, уменьшение комфорта и благополучия Европы, это все работает хорошо и качественно. То есть, когда перестает возбуждать гламур и когда перестает возбуждать, потому что к этому тоже привыкают кровь, нужно чередовать это с конкретной опасностью для конкретного бытового, в конкретном бытовом понимании для какого-нибудь среднестатистического. Да, потому что именно простые объяснения сегодня воспринимаются гораздо понятнее, и они ближе людям. Смотрите, ребята, сегодня у нас там разбомбили корабль, грубо говоря, разбомбили порт. Через полгода у вас будет хлеб стоить в 10 раз дороже, чем стоит сейчас. И, соответственно, логистика будет стоить в 10 раз дороже. Соответственно, с вас будут драть больше налогов. А если вы будете любить Россию, то там стоимость нефти для вас будет еще больше, и вы будете присажены. Или ваши ребята пойдут на войну, допустим, через пару Учитывая лет. То, что Сергей Лавров делает турне по африканским странам, которые непосредственно страдают той проблеме, о которой вы говорите, то сложно поспорить с тем, что переубеждать как раз эти государства нужно и необходимо для этого много ресурсов использовать. Спасибо вам огромное. Денис Путинцев, продюсер личности и медиаэксперт, основатель промо-агентства Star Bomb Company, был спасибо, на Денис. Freedom.